Жрём зомбятину. Так, тебе надо куда идти? О! Дырка под мостом. Офигеть. Проверим, что там? Проверим. Я, пожалуй, наверх поднимусь. Там газ. Да? Да. Блин, я не попасть не могу. А вот всё. Ну, что ли? И что нам теперь делать? Как нам обратно? А вот тут вроде есть или нет? Или есть? А, да, и всё. Где? А. Ой, тут нет, ничего, кажется, здесь нету. Как нам забраться обратно? Вот, наверное, это. Да-да-да, вот всё. Так, тебе надо идти неизвестно куда и сражаться с Блейзиусом. Тут мост так разрушился немножко. Да. Ну, там вот был. Всё горит. Я хочу стрелу поджечь. А, давай-ка вот, я вот у этих, тут у какого-то парня вроде, обменять можно было. Вот у сам последнего. Да-да-да-да-да. Во, 27 стейков. А у этого из Shadow Set. Блин, у тебя сколько самородков? 3. У меня 1. Сколько стейков блин, взял? Блин, тут так круто, у меня их 27. Стейков? Да, тут такие офигенные оружия, тут лук, А тебе сколько надо золотых сила самородков? 10, на лук 7, на меч 7. Тебе сколько золотых самородков надо, скажи? Ну не знаю, мне, я не знаю, что именно покупать. Мне кажется, желательно накопить на что-нибудь получше. Потому что тут продается хрень всякая. Тут лук и меч за 7, вот мне их больше всего охота. Хотя можешь лучше броню, чтобы не умирать. При сушителе. Так, ты где-то, а, вот. Ну ладно, пошли куда-нибудь. Сейчас вот это, с этим парнишем. Может, у него шлем. У меня 5 золотых смородков все-таки. Я еще из сундука края взял. Ой-ой-ой. Скелет и сушитель, блин. Че я его ударить? Не мог. Вообще нечестно. Хрен ли он такой живучий? Так, я думал, на секунду подумал, что я тебя бью. Так, куда нам идти? Так, вот я сожрал стейк, у меня еще 6 стейков осталось. Куда? А, написано, что было? Написано, типа, задание написано, убейте Блейзиуса. А где его взять? Непонятно. Ты уверен, что из замка надо было ходить? Уверен. А где еще там его возьмешь? Ну, типа, написано, что некоторые жители были взяты им в плен. Может, это подсказка? Вот, блин, вот все осмотрели, абсолютно все. Мне пофиг, я попробую спрыгнуть в самый низ. Блин. Че? В одну секунду так все разлагало. Ненавижу, когда разлагивают. Ну-ка. И что-то пишет. Ой, я спрыгнул в самый низ. Посмотрим, нет ли здесь чего-нибудь. Я слышу зомби-свина тут. Это хорошо? А, блин. Хорошо, конечно. Давай, куда я паду? Нет. Я сейчас его. О, он дружелюбный. Прикинь, он дружелюбный. Это так круто, я прям рад за вас. Да. Прям. Я тоже рад, что он не пытается меня убить. Раз он здесь есть, то значит там тоже что-нибудь есть. Сейчас тут поплаваю, посмотрю. Да, может по воде надо где-нибудь пройти? Вот я в самый низ. Нет, по той воде, где канализация, там вряд ли что-нибудь есть, но я в самый низ спрыгнул. Есть же вокруг всего вот этого такое. Ну, овраг такой. Тут какой-то домик. Интересно. Да, тут по-любому тут что-то есть. Тут что-то есть, это точно. Где именно? Вот в самом низу. Спрыгни в самый низ. А ты что, спрыгнул в самый низ? Да. Зачем? Потому что здесь что-то есть. С чего ты это взял? Да потому что я вижу, я тут какой-то домик уже нашел. И там мобы. В самый низ, да? Да, вообще. Тут зомбак с порталом ада на башке. Под мостом, да, это было? Ну, не только, не обязательно под мостом, но во враге. Прикинь, зомби у него на башке, сам блок порталов ад. То есть такой, ну, фиолетовый вот этот сам. А ты в воду, что ли, спрыгнул? Да. Не, давай.
Молодец. Секундочка, прямо вот. Я видел, как. Ну, миллиметр, миллиметр. Я видел, как ты падаешь. Так, ну-ка попробуем вообще на второй этаж. Ой! Фак. Вот я лошары. Скажите, как его зовут? Это чё? Вот тут два нотных блока. Ага. Печь. Так. Да, две печки. Ой, у меня зависло все. А, нет. Бе. Ме. Музыкалити, проигрыватели, еще две печки. Ме. Так, теперь нам надо идти, знаешь, где по каменному такому проходику. Ой. Стоп, как я? От чего тебя? А, вон. Наверху. Ага. Вот сюда нам надо идти. Скорее всего. Если не сюда, то я вообще не знаю. Погодь, вот так сделаю. Стоп, или это всего лишь. Блин. Че это? Всего лишь подъем вверх. В смысле, всего лишь подъем вверх? Ну, обратно туда, где мы были. То есть. Сюда можно было другим способом спуститься, да? Да. Да. Тут арбузик. И где это мы находимся? Мы тут снова находимся. Так мне кажется, что внизу что-то надо сейчас искать, а то мы тут уже все обчесали. Внизу. Ну, есть ощущение, что там. Опять я чуть не поджёг. Я попробую там что-нибудь поискать. Я тоже попробую. Где-то надо этого босса найти. Мне еще таки кажется, что он в замке, но где именно? Уже в замке, ведь ты же видишь там, какой он огромный. А вот этот домик тогда вообще для чего сделан, по-твоему? Какой? А, тот, который внизу, просто для того, чтобы там были мобы. Да, где, что я натворил? Так. Так, я около замка, сейчас я вхожу в него. Нет, ну тут не видно никаких проходов. Видно! Вот где? Вот лошары, прям в той комнате, где мы дрались с боссом, там новый проход. Погодь, я туда еще по лестнице. Блин, мы такие эти лохи. Не заметили. Был проход прямо и влево, он был таким огражден золотыми блоками. Вот он тоже открылся. А мы стали искать там. Так, сейчас в замок, то есть надо мне идти, да? Да. Мне столько хрени с собой. Жесть. Допустим, я в замке. Ой, у меня опять у меня ботинки сломались. Придется одеть железо. У тебя сколько этих стаков? Чего? Стейка. 24. О, вот ты где. Ты видишь меня? Она вот налево, да. Стоп, о. Я тебя не вижу. Я в этом уже сбежал. Стоп, вот. Я тебя не видел. Перезайди-ка. Ты не видел, как я перезабежал сюда? Нет. А вот теперь я тебя вижу. Потому что я только сейчас зашел, блин, а зато нет. Я тебя не вижу. А ты видишь меня сейчас? М-м? Я не там, я тут уже, я дерусь. Блин, у меня же все нормально было, что ты натворил? Я натворил, разумеется. Разумеется. Ну что, ты видишь меня? Да, ты что-то зомби бьешь, ой, скелетика бьешь. Я его давно уже бил. А, вот он. Вот тут босс. Тут босс. Не надо, не нажимай, пока у меня лайк. Я знаю, пока обследуем. О, штанишки. О, я стреляю сейчас, да? Да. Все, у меня все разлагало. У тебя нет случайно каких-нибудь штанишек? Есть. Лишних. Вот. Не сломанных жил. Ну ладно, блин. Ну других нет. У меня свои есть, которые почти не сломанные. Но это мои. Так, тут никуда нельзя больше забраться, только с Блэзиум. А, так он не Блэзиус, а Блэзиум. Да, погодь. Это все меняет. Потом вот эта дверка откроется. Да, я тоже так и думаю. Ну чё, го? Сейчас погодь. Ну давай. Мочим Ифрита. О! Чё? Он неуязвимый. Написано специальные возможности. И этот... Говорит, как что житель, помоги нам, т.д. с вагином, и этот говорит, Блэзиум, заткнись, я не хочу, когда моя еда разговаривает. К
нему по этим алмазным блокам надо. Так можно же из лука стрелять, но он походу, но он неуязвимый. У него написано специальные способности, неуязвимый. Что за witch dust? Что за witch dust? Опять я на эндермена посмотрел. Стреляйте в синюю цель. Какую еще в синюю цель? А, вот она. Где? Да ты задолбал меня, паучара тупой. В лампу что ли стрелять? Не знаю. Ой-ой-ой. Сейчас синяя цель. Я около жителей стою здесь, прячусь. А я подожёгся, блин. Ну, факин, фак. Паук, паук. Паук. Разумеется. Горящий паук. Ну, синюю цель, стрелять мне надо. Как мне стрелять? Ну, мы стреляли в нее уже сколько раз. Ничего не происходит. Эндермен тут ТДТПшится. О, опять из него. Что это за witch dust? Он, наверное, неуязвимый, у него просто очень-очень-очень много жизни. Написано, что он неуязвимый, написано стреляйте в синюю цель. Ну-ка, синяя. Ай, ну-ка, блин, блин, осёл, ты чё меня тут эндермен ненавидит, ты чё подставляешь, ты чё, а? С них чё-то упадает и упадает, и упадает. Я и знаю, о, стреляйте в синюю цель. Что за синяя цель, скажите мне. Она там появилась, мне кажется. Скажите, пожалуйста, что за синяя цель? Что это вообще? А, это кнопочка. Блин! И мы в нее, похоже, попали. Я заметил то, что не кнопочка, а там нажимая плита есть на одной херне. Я на нее встал, как раз стал стрелять в эту в деревянную кнопочку. О, и житель освободился. Witch Wand. Ааа. Perfect Enderman. Понятно все. Знаешь, как тут все запутано. Что надо делать? Я понять не имею. Короче, надо откуда-то взять Witch Wand, обменять ее на. Стоп, еще раз. Как там Perfect Enderman Eye и Witch Wand? Надо с ними что-то сделать. Ну-ка, из Enderman. Нет, о, как рай нам. О, в зеленую цель стреляй. Да, стреляй, я на плиту просто встал. Ну вот, и стреляешь, да, в нее? Блин, а. Не успел стрелять. Ты что, встал в нее? Не, я не встал, сейчас я встану. Давай, вставай, я уже целюсь. Де факту пай паук. Как я его ненавижу, этого паука. Вот. Ну серьезно. Стрельни. Теперь могу по кнопке попасть этой. Попал же, блин, а. Эй. Я не знаю, тут должен же житель освободиться. Ой, стоп, или это... Он уже освободился же, да-да-да, все нормально. Да? Так, 4 Enderman Tier. Братан, ты не капишуй, пожалуйста. Так, нам надо еще желтую цель сбить. Это очевидно. Только что этот эфрит самого не надо убивать. Получится так, что мы у жителей выторгуем пластинку. А так вот тут все. Из чего? Да тут предметы всякие. Так, сейчас давай на золотые блоки, вставай на золотую цель стрелять. Да, я так. Я уже готов. Да блин, капец. Ну я лох, короче... ведь, да? Пусть знаешь, я лох. Блин, ну тут посложнее прыгать. Да блин, вы чё, мужики, я в кастае, вы меня как крыс убиваете. Криса, тебе не криса, тебе Миш. Мишка. Да. Ты Михон, я буду называть их. Миша. Ещё пасанва. Да тут они как-то далеко расположены, неудобно по ним прыгать. Слишком один VC1. Ну
пока. О, я да, стрелять, стрелять, стрелять. Я не готов. О, этот деревенщин говорит, типа, мы можем крафтить музыкальный диск. Обязательно со всеми нами переторгуйтесь. Так, окей, готово. Бежим к тому. Я уже, я кажется, понял, как, на что надо. А я всех снизу убил, кто был. Так, стоп. Стоп, эй, ты. Ты... Выйди из него. Я? Да, ты. Стоп. Почему я не могу вот с ним поторговаться? А ты... жезл как сделать огненный? Вот именно что, его надо выторговать у вот этого чела, который... А, во, неужели, блин. Он не жезлами торгует? Нет. Я его уже сделал, точно, точно. Надо еще Perfect Enderman Eye. Где вот его взять? Perfect Enderman Eye. Братан, ну чё, год торговаться. Так, не у этого. У этого чё? У этого чё? Чё у этого? Чё у этого? Ты меня спрашиваешь. Ну, ты же в нем сейчас был. А, у него окна. А, точно. Точно, точно, точно. О, как раз у меня эти есть, у меня есть они. Точно, они у меня как раз есть. Сколько у меня их? У меня их 8. Ура! Ура, ура, ура. Сейчас я куплю пластинку, и мы пройдем этого босса. Так, надо вначале паука убить. Желательно. Так, на вот это. Опять ты вылетел. Ну что такое? А я пока... поставлю, пожалуй, пластинку. Только куда ее ставить? А, вот тут вот. Ифрит сдох. Кто-то говорит, вы приближаетесь. Кто не в сети-то? Непонятно. Вы приближаетесь. Значит. Так, тут какой-то проход, судя по звукам, открылся. Только вот... где? А, вот он, как раз. Ты тут? Да, у тебя интернет вылетел. Это разве у меня? У меня не было написано, что вылетел. Да у меня тоже не было, у меня щелок. Я завалил босса, поставил пластинку, он сам сдох, теперь нам надо как раз, как мы и подумали, в эту дверь, которая открылась. Да выйди оттуда, куда ты вообще? Да выйди ты оттуда. Ай, у меня вообще жесткие лаги. Ты что там делаешь? Иди вообще к выходу. Я просто подобрал кое-что. То, что нам нифига не надо, да? Да нет, то, что нам надо. А что это? У меня теперь есть по ножу. А-а-а. Там же выпала эта херня. А, блин, я опять их не подобрал, да? Да. Ну почему я постоянно про них забываю? Потому что я крутой. Она надо ватс. Ой, куда я пошел? Это ничего, не туда пошел. Куда идти? Вот сюда, ты говорил, там две двери были закрыты, теперь они открыты. Где? А-а-а! На меня напали эндермены. Стадо эндерменов. Стадо, блин. Ты вышел хоть из той всей, из той комнаты? Там же обратно надо идти, да? Да, тебе из нее надо выйти. А вон ты где, вот, да. Вот, да. И вот эти дверки. Да. Так. Тут криперы поплакали. Так, блин, нам не все скинуть куда-нибудь, а. И что, я не могу. А, вот все. Не могу ударить. Так, потом мне еще надо будет видео прохождение тех же двух челов посмотреть этой карты, когда мы ее пройдем. О, мы вышли на... А, нет, блин, это не погружается. Я думал, что мы на улицу вышли, оказывается, нет. Нифига их тут, блин, а мясо. Ну не так, на самом деле. Ну, мне нравится их так мочить, прям, когда они все в одном. Да, и когда они тебя не убивают. Да. О, горшочек. Так, здесь ничего нету. Здесь ничего нету. Так, надо, значит, так. О, тут опять в две стороны. Может, я вправо, ты влево пойдешь? Давай. О, тут скелет и сушитель. Так. Пожалуй, вначале его буду бить.
У него зачарование, то есть не зачарование, а эффект зелья вроде сила. Ой-ой-ой, он близко подходит. А я Ой, я убил. Я зомби убил. Так, мне надо жрать, а мне не регенится. Их очень дохера, и все на меня идут. Ну почему? Ну, так, почему? Это что за лук? Это руник снова сет. У меня ботинок вообще нет никаких. Вообще? Да. У меня скелет, нуба скелет. Ой, пытается. я случайно зелье не выпил. Так, надо скелета замочить. Чё? А, нет, у меня такое уже есть. Это что? Меч. Я тут зомбаков мачу, сейчас скелеты и сушители снова убью, но желательно на этот раз издалека. О, так ты с ним как раз и дерешься. Мы встретились. А он тебя что, убил, что ли? Нет. О, там босс какой-то. Я их издалека, пожалуй. Ой, о, еще один. Он прям появился из скелета, из того. Мне кажется, что я умру, а нет. Так, вот тут что, мы оттуда, мы пришли, что ли? Оттуда? Тима! Чё? У меня лук 7.33. Из какого сета? Шадов. О, да, это шадов сет, это самый крутой сет. Так, вот тут босс, а там вот, и вот тут мы еще не были, да? И ты как раз оттуда и пришел. Скажи, пожалуйста, ты откуда пришел? Я не помню. Ладно, я пока сюда сбегаю, может тут... Так, тебе штанишки случайно не нужны? Штаны нет, мне ботинки. Ботинки нужны, да? Да, сейчас-то ты где? Что? Я куда-то пошел. Вот ты вот тут был, да? Я помню, что где я был. У меня сейчас скелет-сушитель бежит, и я его супер-лук своему мочу. На, ботиночки. Угу. О, алмазные. Вот. Но у меня нет говна. Ой, у меня супер такой лук. Еще три зачарованных лука, прикинь. А, два зачарованных, один такой. Сейчас я зелье опыта, пожалуй, разобью. То мне нафиг он не нужен. Так, тут ничего нету, похоже. Или есть? А, тут есть. Сейчас пока тебе паутинку выкину. Нет. Мне нафиг паутин не нужна. Угу. Так, ты не помнишь, вот на самом деле откуда пришел? Вот отсюда или еще откуда? Вот тут мы были, да? Да, вот я отсюда пришел. Ага, ладно, значит нам мы осталось... Мы в саду не было, в саду. Ну в саду, вот. Думаешь, там что-нибудь есть? Ну а вдруг? Ну, можно. На всякий случай можно смотреть. Так, вот тут золотые какие-то стены, мы тут были, да? Ты тут был, то есть... Так, ну-ка в сад я спущусь. Ты там уже посмотрел, да? Да. Ладно. Тогда пошли сражаться с боссом. Больше блин, у меня супер лук такой. Я такой. К боссу. Тик-те, а вон тик-те. Так, это что за босс? Погоди секунду. Это лорд Фрозенберг. Что? Начинаем? Сейчас, погодь. Давай. Специальные способности. Замороженная броня. Типа, он говорит, холод, это любимый, это мой любимый цвет. Я говорю, но холод, это не цвет. Он такой, да, это цвет. Это он, что ли? Понятия не имею. По-моему, это он. Судя по его жизням, да. Судя по тому. Как опять какой-то портал. Ой, я в портал. Сошел. О, нифига тут. Я тоже в портал зашел. О, тут зима. Стояте. Стойте на чем-то 5 секунд, и вы. И ваш вес должен сломать механизм. Вот надо на этой штуковине стоять 5 секунд. Я уж секунд 5 постоял. О, одна из них сломалась. Ой, я снова тут появился. М.
Прикольно, тут бои с боссами более разнообразные. Ой, блин, они тут, блин, на меня. У него охранник такие мощные. У них алмазные лопаты. О, вон, я в портал. Иди в портал, я с этим пока помочаюсь. Блин, тут новых дофига. Капец, он на меня так напрыгнул, как лев. Они меня в угол зажали, короче. Блин, вот я не успел чуть-чуть стоять. Ой, ты там, да я, пожалуй, пойду в портал снова. Ну, я одного из них убил, и с него какая-то говноплоть выпала. Говноплоть. Ой, меня сейчас скорее бы убили. Ой, меня убили наконец-то. Да я не могу тут постоять 5 секунд, это невозможно. О, ес, я смог. И остался всего один. Один всего остался из этих штуковин. У этих зомбаков, которые его охранники, я ошибаюсь, или у них маяк на башке? Ну, у меня не маяк, у меня... А, ну да, маяк, кстати. О! Иди в портал, я с этим помочусь. Я пока я съем мяско и пойду. И последний остался желтый. И потом все. Тут зомбаки такие мощные, как раз те самые его охранники. У, нифига их тут мясо. От него стрелы отскакивают от этого урода. Да. Вот это фак, сам... это вообще impossible тут. Что-то как-то. Impossible. Ну может и possible. Это вообще нереал. Еле. Это пошел. Тут мелкие зомби-свины. Я тебе помогу немножко тут. Нифига они отталкивают, блин. Потому что мы постарайся на зеленую и синюю вообще никак не наступать. Так я не хочу, не хотел. О, да. Сломали систему. Какая-то дверь открыта. О, вот сюда, смотри, дверь. С тобой свины бегут. Это не свины, это обычные. Ой, что это за хрень? Чё у меня все текстуры? А, вот. Это у меня кособак был. Ну что это какая-то хрень. Давай, быстрее. Что в сундуке? Ух ты. Чё там? Две солнечные палки. Небесная кара 99 может хренить про... И чё, я их завалил, блин. Пятерых убил, меня шестой завалил. Короче, ты заходи в дверь, которая открылась. Тут, короче, в сундуке прикольная очень вещь. Хотя это золотая мотыга, но она может того скелета замочить. Да? Погодь, блин, за мной чуваки бегут. Я вижу. Мои братки. Сейчас я их убью. Ой, один там, еще один. Все, он сох. Так, подожди, что-то у меня сундук... А, вот. И что с этой мотыгой делать? Бери, у нее прикольный урон. Теперь надо прыгать. О, я снова тут. А теперь этой мотыгой это выйдет. Типа мы ему лед расколем. Да. Все. Давай ставь. О. Чё тебе далось? Меч из Shadowset'а. Острота 10. Так, этот чел неизвестный говорит. О, я вижу. Идите наверх и прыгните в колодец. Я буду вас ждать. Мне кажется, или это будет последний босс. Ну, если не считать иссушителя. Так, идти наверх. Куда? Куда? Хз. Потыкал, у тебя, какой у тебя уровень? 48. У меня 38.